Доброе утро. Да. Эфир продолжается. Сейчас. Сегодня у нас ноябрь. Все еще ноябрь. Все еще 22. И... 6:36 утра. Надо начать с песни. А, мы уже продолжаем эфир, кстати. Я и закончила на этом. Зарядила батарейку. Пообщалась в потоке. Так оно и происходит. В общем, следите за репортажем. Я тебя не вижу много лет. Я светила мои ключи. Не хватает нашего земли. Слышу, ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Каждое утро солнце в окошко, робко стучишься ты, робко стучишься ты. Простой вопрос. Не смог. Давно не знаю, что просить у верховных сил. А тебя и сердце отпустить. Вовремя забыть. Я что-то слышу, ты где-то рядом, как шум листопада. Это амулеты, которые люди создают для успокоения себя, да? Что угодно. Икона, что угодно может быть стать твоим сохраном или наоборот, во что ты веришь. То и будет. Вернемся к теме веры. Значит, продолжим. Я сейчас сделаю расклад на раз, два, три. И потом просто разложу карты. Начну, откуда закончила. А потом я расскажу на каждый расклад свое видение. Потому что то, что я разложу эти карты Таро, я в них не понимаю. Но я могу по-другому наложить сверху на ваше.
и мы можем это как-то вместе сложить потом, если вдруг кто-то из тарологов выйдет на связь, тот, кто понимает, посмотрит, что я рассказала и то, что я могу рассказывать. А я в предыдущей, значит, передаче рассказывала, как я могу читать просто с вещей, да, например, пилочка для ногтей, да, вот, то есть она мне может много рассказать тоже о чем. Так вот, значит, сейчас. Значит, первый вариант, кто выбрал апельсинчик, да? Мы разлаживаем первый вариант, кто выбрал апельсин. Так вот, я кушать хочу уже. Так вот, мы остановились на том, что я вытащила карту восьмую мечей, да? Восемь ножей, восьмую мечей. Восьмерка, моя любимая цифра. Восьмерка у меня ассоциируется. Значит, так, по-английски это бесконечность. О, бесконечность. Восьмерка у меня ассоциируется с двумя нулями вместе. Два кольца вместе, например, тоже как брак, да, делают. Потом, вот у меня сейчас я покажу. Может, погромче надо говорить, не уверена, слышно или нет. Такая штучка у меня есть. Она как восьмерка выглядит. Вот сейчас покажу. Значит, вот так она выглядит, как восьмерочка, да? Ну, вроде как два нуля, типа, да? Ну, в общем, кто что может увидеть в этом. Там у меня есть другое что-то под линзом. Но это пока не важно. Еще есть, да, такое вот. Я люблю восьмерки, почему говорю? Сережки у меня тоже в виде восьмерки. И вроде нолик как бы. Внутри нолик. Восьмерка, ноль. Для меня. В общем, продолжим. Потому что я могу везде ходить, рассказывать бесконечно. Кстати, да, цифра бесконечности. Бесконечно будем рассказывать. Значит, первую карту я вытащила восьмерку мечей. Сейчас я здесь сделаю нотс, записки себе. Вот эти вот, что я вытащила предыдущие. Написала просто. Значит, что здесь написала, уже непонятно. Так, значит. Восьмерочку я вытащила, да, до этого, ну, это значит, эти три карты мы завершим в конце расклада, которые у меня вышли в самом начале, там выскочили, да, карты, те, которые любят увидеть, какие карты выскочили, могут посмотреть до конца, или, ну, в общем, разберетесь. Ладно. Я просто потом записываю, какие я карты тоже вытащила, потому что мне самой интересно. По-своему. Значит, это номер один, номер два, кучка, номер три, кучка. Это у нас... Вот это у нас пойдет в этот же номер один расклад, потому что она просто здесь развалилась. Я не успела даже помешать карты. Ну, значит, пойдет вот так буду показывать, вот так. А называется Temperance. Что-то такое. Мне, в общем, тоже купили карты, как я узнала вчера, на русском языке. Потом я хотя бы смогу прочитать. Потому что мало того, что я не понимаю про таро, а они еще и на английском. То есть с английским вроде проблема нет,
проблема в видео. Но проблема еще с языком, который относится к каждой профессии, да, скажем так. Так вот, я, ну, с такими названиями некоторыми в картах Таро не связан, не сталкиваешься в жизни обычно. Ну ладно. И, значит, какой-то ангел нарисованный. Два кувшина как бы переливаются с одной руки в другую, да? И цифра это 10, это 5 и минус 1, 14. 14-й аркан, или как он называется, да, аркан. Не знаю, показать, это обратная сторона карты. И это Temperance, да? То есть вторая карта, это Temperance. Положим сюда, я их потом сфоткаю, и вы можете рассмотреть. Вам еще есть значение, да, перевернуто или нет. Ну вот вышло перевернуто на первом раскладе. Такая карта. Красиво. Переливается, из-за этого плохо видно, но очень красиво зато. Значит, 8 кубков. Да? 8 кубков. 8 стаканов. Перевернутая вылезла. Если это имеет значение для вас. 8 кубков. Так, надо еще так сложить, чтобы потом. Правой стороны. Какая-то там девушка, женщина стоит, идет, смотрит на луну, звезды впереди нее, море, там что-то непонятно, берег какой-то или что, непонятно, буря. Так, 8, опять 8-ка, да, мне нравится 8 по-любому. А там что было? Okay. Значит, вот 8 кубков, третья карта перевернутая. Теперь, ладно, вытащим хотя бы одну из колод, а то я все, что влетает, то я вам засуну в первый вариант. Может, к третьему варианту научусь это тусовать карты. Вышел дурак. Дурак, потому что вышел в прямом положении, да? В прямом положении вышел. Такой дурак. Фу. Выглядит как будто нолик рядом. Что-то нарисованное, как будто нолик. Хотя не очень на нолик похоже тоже. На подкову какую-то закрытую. Ну, в общем, дурак какой-то вышел в прямом положении для вас. И сколько сделаем карты? Уже. Так. Да. Короче, не важно, куда ставок, да? Как получится. Поток, он есть, и есть поток, что ты не можешь делать контроль над чем-то, потому что иначе, получается, ты начинаешь контролировать процессы. Такими процессами не контролируются. Такие процессы должны углубиться, да, как вода. Следующая карта, значит, будет у нас The Wheel of the Year. Колесо года. Я бы сказала, колесо фортуны. Хотя, как бы нарисовано, как для меня, вот, не понимаю, что здесь нарисована пятерка, знаешь, типа дьявольская такая цифра или СССРовская звездочка с 5 конечностями, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зато таких штучек вокруг 8. Ну там такое колесо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зато вокруг 5-конечных. Еще Давидова звезда. Вроде так называют, или Соломона печать называют мудрости. Я слышала, ну это, наверное, типа из рассказов, там Давид Соломон уже сделал
или иначе. Это я слышала, успела наслушаться за месяц, может, какую-то информацию. Правильно или неправильно? Это не важно. Вы сами знаете, что это значит, да? Такое вот, что там мне показало уже вроде. Колесо фортуны. И 10, да? 10-й аркан. Так, ну давайте еще одну последнюю карту вытащим на первый расклад. Решила не вытаскивать. Решила поставить вот здесь одну валящуюся. Ага, это Shadow Side. Shadow Side валящаяся. Пригодилась еще раз. Shadow Side. Это теневая сторона, да, переводится. 10 и 5, 15 аркан, да? Здесь нарисовано. Значит, как бы парень такой хватается за голову. И девушка вроде такая вся напуганная. И какой-то там человек такой стоит. Каком-то капюшоне непонятно. Вот. Такая карта, в общем. Не знаю значения. Но я ее вытаскивала. Как раз я записала, потому что она у меня вылетела в прошлый раз, так, в прошлую передачу. Передачу эфир. Как правильно называть? Ну, в общем. Я ее вытащила, записала Shadow. Зеркало. А я ее записала как зеркало. Но я потом расскажу, это мое значение. Значит, окей, она у меня там, ладно, значит, мы ее тоже к вам, на первый расклад. Резонирует или вообще расскажите, что за карты я вытащила. Ну реально расскажите, что за карты я вытащила, а я потом расскажу, что я записала на эти карты, вот, из, вообще из своего непонимания понимания. Короче, так, ладно, это первое. Которая мандаринка, тот, который мандаринку выбрал. Сейчас разложим на второй. Надо вот так попробовать. Надо погромче говорить, да? Второй расклад, это будет тот, кто выбрал яблочко. Яблочко такое. Я вот уже съем. Яблочко. Значит, первая карта на яблочко. Я ее уже положила. Я же все равно не знаю, что это. Смотри, не смотри, все равно получишь хлеб. Queen of Wands. Королева жезлов, да, королева палки, вот такая карта, такая вот карта, то есть первая карта ваша на второй расклад, это королева, королева яблока. Ну что?
что еще есть песня, да? На второй расклад. На каждый расклад можно поставить песню, например. Кстати, призываем духов, как слышишь. Господь, мы призываем тебя. Осторожно. Господа не надо вызывать, просто говорить. Он и так уже здесь. Как и духов не надо вызывать. Никуда не уходи далеко. Слышат, видят. Кого вспомнил, ты уже призвал. Мыслями. И сила мысли. Наташа. Я послушала, в общем, да? Второй вариант. Яблоко. Рано еще петь. Наверное. Я не знаю. Так. Ну что. Значит. У нас королева. Вторая карта у нас смерть. Смерть. Как вовремя, да? Господа вызываем, и смерть пришла. Но вы знаете карту по-другому, да? Те, кто понимает. Тот, кто вообще не понимает, сказал, ничего себе, блин. Вызвала Господа, и смерть пришла. Да, типа, кстати. Это... Значит, 10 и 3, 13, 13 аркан, да, 13, ой, 13 цифра, интересная цифра, 1 плюс 3, 4, у меня есть интересная штучка насчет 4, насчет 13 тоже. Тоже отдельная тема. Ладно, я просто разложу расклад, а потом я буду рассказывать, что это значит для меня и все, что я ведь так хочется уже свой расклад рассказать. Я выложу ваши карты. Эксперимент начался. Ладно. Значит, смерть. Лошадка. Лошадка. Белая лошадка. Вроде как.
человек с горящей головой идет, да? С горящей головой идет. Флаг у него он держит, он в правой руке. Чего здесь у него еще? Какой-то человек стоит вроде как. И поднял так руку. Правой. Правую руку с букетом цветов. Как бы тянется к этому, кто едет на лошади. Смотрите, да? С цветами. Ну, в общем, я сделаю фотографию потом, чтобы было видно. Значит, так, это. Твой посох и твой жезл успокоит меня, Господь. Ты пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на сладких пажитях. Любишь меня, Господь. Ты пастырь мой, я ничего нуждаться. Так, значит, такая коробочка, да, коробочка. А с одной стороны дурак нарисован, да, а с другой стороны какая-то девушка нарисована. Такая, со звездой или с чем-то. Так плохо видно, так. Это коробочка такая, это простая коробочка. Пачка сигарет. Ну, рядом. Вот, зато очень блестит такая. Как в детстве были эти штучки такие. Мозаики какие-то. Не помню. Я уже начала вылаживать, да, карты. Вылаживать. Пытаться брать. Сколько там их. Ну, вот так сделали, да. Значит, второй расклад. Еще карта вышла у нас Seven of Wands. Это семерка. Семерка мечей. Ой, семерка жезл, да? Ну, посох, жезл, правильно? Ну, вот это палка. Да. Песня даже про это. Ладно, вышла она в передовом там состоянии, семерка мечей. Ладно, сейчас я стараюсь. Здесь YouTube делает, конечно, рекламу свою. Мы потом сделаем свою рекламу. Здесь, значит, человек какой-то держит, мне кажется, две палки сразу, да? И куда? С цветочками такие в конце у него. И он как будто куда-то там пытается тыкать. И как будто видимость такая снизу вверх. Как будто я на него так снизу вверх смотрю сейчас. А на него обратно тоже такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, значит, он держит одну. Ну, выглядит как две. Очень широкую зато. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И шесть таких вокруг. Посохов, этих, да, жезлов. Некоторые пару с цветочками, пару такие только почки начинают давать, а пару, ну, еще такие, то ли расцветут, то ли не расцветут, неизвестно. Семерка посохов, да, семерка жезлов, значит. И она вышла в перевернутом состоянии, да, состоянии. Так, так я сделала фотографию. Следующая карта. Это 4 of cups, четверка кубков, да, четверка кубков вышла тоже в таком ровном уже состоянии, ровном положении, как она там, да, короче. Положение, четверка
мальчик, девочка сидят, у них водопад какой-то даже там плывет, течет сзади, спереди. Девочка держит правой рукой один из стаканов этих. Мальчик как-то скрещен так сидит. И три кубка вокруг него, да? И какая-то там дерево даже, ива или что-то такое. Сюда же. Так, еще. Для тех, кто понимает что-то в восковых фигурках. Не знаю, вот такое, смотрите. Можете посмотреть, разобраться и написать мне тоже. Если я знаю, что некоторые из вас разбираются во всех там разных вещах, вот смотрите. Может, там что-то увидите, что-то нарисовано. Каждый для себя что-то увидит. Я тоже сделаю фотографию. Да? Можете посмотреть. Это будет относиться ко второму варианту. У нас здесь все фристайл, да? Так. Теперь. Значит, здесь три of cups, то есть три чаши. Три женщины держат чаши, как пить собрались, в общем, как будто, перед тостом. Тоже водопад сзади, какие-то цветочки такие, колокольчики. Девочки тоже с цветочками в голове. В общем, еще темно, плохо рассмотрю здесь. Вот. Такая карта в ровном положении вышла, да? Рассказывайте сами себе, что значит, и мне тоже заодно. И еще одна карта вышла на второй вариант. The High Priest, ваше высочество, The High Priest, то есть Priest это у нас как священник, высший священник, что еще может это значить, не знаю, но я просто перевела, да, и это там второй аркан, да, называется, блока, да, рядом, римские цифры на всех картах, поэтому пытаюсь вспомнить, что там в школе учила. Значит, здесь сидит тоже женщина в прямом положении, она сидит, какая-то шапочка у нее там на голове, непонятно. Ну, в общем, вы разберетесь, да? Вот так выглядит. Я сделаю второй. Все. Это второй вариант. Номер два. Яблочко. Что? Так. Третья песня. Третий вариант. Да? Каждый же может ассоциировать, синхронизироваться и так далее со своим вариантом, хоть через песню, хоть через яблочко, хоть через бананчик. А третий вариант это будет банан. Как вам? В общем, так и поем заодно, да?
так даже симпатичнее. Ты меня видишь, как огонь я. У меня огонь я. Это любовь. Под поклон такой, да. Посидел вместе, помолчал. И что-то понял, не? Не надо так общать. И говорить, и кушать. Третий вариант такой трики, то есть третий вариант, какой-то у кого был дурак, стал вдруг по мгновению ока вот этой картой, которая показывала с другой стороны на этой коробочке, да? Я думаю, вы знаете, какая это, потому что здесь даже не написано, но в карте где-то она есть. Мы же ее отсюда взяли. Когда девушка, звезда, она выливает воду, когда там цапля стоит рядом. У нее, по-моему, два даже кувшина, по-моему, так выливает. В общем, значит, первая карта это будет вот эта. Для третьего варианта. Прям коробочку тут тоже. Первая в прямом, вторая, значит, карта у нас вышла, она вышла в перевернутом положении, и это у нас Knight of Cups, то есть рыцарь чаш, да? И он был такой в перевернутом положении. Фотографии себе понаделала. То есть у меня такой трог. Скажите. Ну ничего. Учимся. Вторая, третья карта. Десятка кубков. Такие радостные. Там парочка обнята такая. Обнялись. Кубки там в радуге, это дедовара, там кто-то еще там радуется, хороводы водят. Тоже в прямом, это в прямом положении была, теперь в перевернутом, следующая карта перевернута. Это шестерка посохов, да, шестерка. Короче, вы поняли. И она была в перевернутом положении. Шестерка. Вот такая. Да, шестерка. Ванс. Так, следующая карта в ровном положении. Прямом, да? Lovers. Влюбленные, да? Влюбленные там стоят. Там стоят влюбленные. И это карта шестой аркан, да? Следующая карта у нас
пятерка ножей, пятерка мечей. Она была в перевернутом состоянии. Такая вот пятерка мечей в перевернутом состоянии. Ну, выглядят как бабочки какие-то, стрекозы, люди, как стрекозки летают. Еще одна карта. Луна. Да, луна. Луна. И это 18 аркан. Или как это? 18. Ну, подождите. 13. Что-то я не так посчитала. 13. У меня с математикой. 13. Луна. Вот так. Луна. В ровном положении. И последняя карта в перевернутом состоянии. Луна. Нестояние. Это у нас карма. My name is Karma. Меня зовут Карма, да? Не зовите меня, а то приду. Не вызывайте духов, потому что тоже приду. Не играйтесь в то, что не знаете, потому что можете просто себя напугать. И, значит, я сейчас разложила это, просто показала карты заодно, да, коробочка показывала. Называется Witch Tarot, то есть Witch is ведьма, да, Witch переводится, ведьмовские карты, Таро. Таро, я не помню, что значит само слово Таро, надо посмотреть. Так или иначе, будем изучать карты Таро. Я буду изучать карты Таро. А вы будете что-то еще там изучать. Каждому свое, да? Значит, окей. А жду вас в следующем эфире. Если хотите посмотреть, теперь как на каждый расклад. Я это все поняла. Как на каждый расклад я расскажу то, что я умею читать, потому что так как я карты не умею читать, да, но у меня здесь разложено, как я уже говорила, да, такая кучка, ну, видите, носочки. В общем, так как я ездила, выложила некоторые вещи из чемодана своего, тут все есть. Ну и здесь ножичек, кстати. Вот это мечи, да. В общем, все здесь есть. Я расскажу, как я могу почитать и сказать, что у вас будет. Ну и вообще по всему можно рассказывать. Потом это значит, так как я ездила на новом месте, на каждом месте, неизвестно, что дальше будет. Но я хочу показать, как это можно делать на деревьях, животными, как ты можешь соединяться и брать информацию из всего вокруг и считывать, вне зависимости, что это. Ну, до скорых встреч тогда. Утро, рассвет, я кофе попила. У нас здесь пожар, это звенела эта штука, на улице там тоже пожарки ездили. Когда такое утро началось, кофе, сигнализация. В общем, будьте со мной и будем узнавать, что такое будущее вместе. До скорых встреч!